Внесенные изменения правительства Молдовы относительно порядка выплаты компенсации социально уязвимым слоям населения направлены на изменение механизма системы адресной помощи, а не на уменьшение финансирования. Об этом заявил глава Гагаузии в рамках рабочего совещания исполнительного комитета. По его мнению, внесенные изменения позволят адресовать помощь именно тем слоям населения, которые действительно в этом нуждаются. Правительство Республики Молдовы не урезало их, не уменьшило финансирование, наоборот, увеличило финансирование. Но меняется порядок выдачи. Просто меняется порядок выдачи. Для того, чтобы исключить всякие возможности человеческого фактора применения. Заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии Николай Стоянов пояснил, в какой части были внесены изменения. Сейчас для всех категорий социально уязвимых слоев населения введены одинаковые критерии для получения помощи. Значит, если инвалиды, которые получали инвалидность, они не представляли документы на право получения социального пособия, это узаконивалось, они в зимний период получали законные свои 300 лей, и в летний период там 50 лей или 40 лей, не помню точно. 30 лей. То есть, то сейчас республика унифицировала все это. То есть все, кто нуждается, малоимущие, кто нуждается в помощи, для всех одинаковые критерии создали. Независимо, инвалид он или многодетная семья, или безработные люди. Однако проект нуждается в доработке. Так, при заполнении специальной анкеты на получение социальной помощи, в случае, если вы владеете определенными видами бытовой или оргтехники, вы можете не попасть под ту категорию, на которую распространяется социальная выплата. По словам Башкана, эти моменты необходимо учесть. Они не должны быть определяющим фактором в решении о предоставлении социальной помощи и должны быть рассмотрены на заседании правительства. Людям необходимо доносить полную информацию относительно условий для получения компенсации. Неинформированность населения в этом направлении не должна быть в основании заявлений и спекуляций определенных политических сил, заключил глава автономии.